Всем привет, с вами я, Глеб, и мы продолжаем прохождение игры Метро 2033. Остановились мы на второй главе под названием Бурбон. Ну что ж, давайте продолжим. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ну что ж, продолжаем. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! За кого нам пить-то? Чувак. За тебя только. Это Артем сказал, черт, что ли? Если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. О, спасибо. Твое здоровье. Давай, Темка. Выпьем. За тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяр. О, точно, надо проверить. За удачу. Нет, и за Артёма. Ждём вас снова. Блин. За тебя, Артём. Хотите Артёма споить перед заданием? Ну окей. Спиртяжка что надо, ух. Что там с вами произошло? Ладно, мужики, я вас покину ненадолго, а может и надолго. Ну, в общем, прощайте. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Короче, я имею вроде... Поиграем на пианино. Перемещаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Так, вот. Что ты сейчас сказал? Все выдержал. Вот еще патроны. Плохо. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался. Хоть бы уже сняли свою блокаду с нашей. Знаю даже, как мы добрались сюда. Ну что ж, пройдемся. Так, тут по центре. Троуфейс неудачно нарисовал. Ну что ж, поделать. Стоило бы закупиться, но... Знаете, сколько у нас патронов? Блин. Аптечки, фильтр. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. Блюдо с глушителем. Не, спасибо. Хороший выбор. Наконец. Ой. Место у тебя будет прилично. Ну и ладно. С этим можно только выдыхать. Острее не найдешь. Ну, возьмем, пожалуй, пару фильтров. По рукам. Вот это возьми. Пригодится. По рукам. Подумаешь. Пульки, пульки, пульки. Меняем пульки. Это к ублюдку, насколько я помню. Сколько стоит? 15 таких. Ой, да что ж такое? Отличная сделка. Да, все деньги просто, ну что ж делать? Такой я нуб. Еды. Еды. Дай хоть сырую крысу. Сырую крысу не дам, но держи патрон. Благодарю вас. Да пребудет с вами сила. Ну это, по-моему, Звездных войн фраза. Ну ладно. А ты? Я больше не могу терпеть. Не волнуйся, тебе держи пульку. Спасибо. Еды. Еды. Дай хоть сырую крысу. Что же вы все такие? Я больше не могу терпеть. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Я тебе уже давал. Спасибо. Крутяк! Вы правда подайте прямо на дрезине сюда приехали? Одну пульку. Не дайте подохнуть бывшему системному. Я бы тоже хотел на ней покататься. Эх, ловись и садмин. Спасибо. Иди клянчу у своих родителей. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Пацан Трей, тебе что ли дать? А?
Подайте патрончик, подайте патрончик. Дяденька, кушать хочется. Че же вы все, патроны едите, что ли? Спасибо. А это что такое? Ну, здорово. Ты Артём? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. На, держи, малый. Спасибо. Пошли со мной. Пошли, путешественник. Давай быстрее, только топай, а то тут мне это место что-то немного не нравится. Идем, идем. Книга. Опа, что это? Ой, фу. Эй, чего отстаешь? Малый, не гони, тут, блин, понимаешь ли, проблемы небольшие. Идем, идем, идем. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Давай. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Ну, допустим. Чё тебе надо? Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Погнали. Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. А я смотрю, ты гламурный у нас, пацанчик. Так, возьмем его, так сказать, на авансик. Ну и отправимся с ним в путешествие. Тут-то дверь эпохой закрывает. В сарае родился, что ли. Так, ну, пойдемте. Включим свет. Это темно вообще как. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Так, тут ничего нету? Не помню. Опа-на! Джекпот! Пошли, бурбончик.